На 18-й международный автосалон Шанхая кроссовер Mercedes-Benz GLB приехал в статусе шоу-кара. Тем не менее, модель фактически готова и выйдет на рынки Европы и России в конце нынешнего года. Технически кроссовер близок к сородичам по модульной платформе MFA, на которой построено все семейство Mercedes'ов А-класса, а также кроссоверы GLA и GLC. В Шанхае машина дебютировала с одним мотором. Это двухлитровая турбочетверка M260 из свежего модульного семейства. Отдача 224 лошадиные силы и 350 ньютон-метров. В пару к нему идет 8-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Коричневый интерьер концептуального GLB украшен кожей Напа и Нубуком, ореховыми и алюминиевыми вставками. Этот концепт-кар рассаживает 7 пассажиров на немного удлиненной платформе А-класса. Он вместительный внутри и все еще компактен снаружи. Второй ряд сидений сдвигается в диапазоне 14 см на 9 вперед и на 5 назад. Спинки разделены на 3 части и регулируются по углу наклона. Mercedes обещает легкий доступ на галерку. Вторая шанхайская премьера марки оказалась локальной. Это растянутый седан Mercedes AMG A35. Китайцы любят все удлиненное, а Mercedes следует своей стратегии – строить для Китая и в Китае. Около 70% продаваемых машин тут же и выпускаются. Впрочем, за пределы поднебесного рынка стретч не выйдет. По сравнению с глобальной версией, колесная база спортседана увеличена на 60 мм. Теперь их 2789. Двухлитровый турбомотор развивает 306 лошадиных сил и 400 ньютон-метров. Семиступенчатый робот помогает разгонять машину до сотни за 4,9 секунды.